где мои подарки, Матвей? Хорошо, пошли. Где мои подарки, Матвей? Хорошо, пошли. Вот, смотри. Тима, смотри, сколько мне подарок. Вау, класс. Оп. Опа. Оп. Теперь одну упаковку. Нет. Крутяк. Это я такое уже видел. Яночка, смотри, это пушастики. Вот, у него тут есть расчесочка. Домик. И какая-то волшебная палочка прям. Давай открывать. Давай. Ты открывай, а я какой-то еще что-то приметила. Окей. Ну, там что-то есть. Помочь? Да. О, что-то есть. Это девочка какая-то. Вот, кусочек. Кусочек девочки. Нет. Опа. Это девочка. Вот такая девочка. Эмочка, смотри, для твоей куколки есть комбинезончик, два ботиночка, обруч и бутылочка. Класс, давай одевать. Давай. Да ты она голенькая. Да, она голенькая. Вот, какая у меня куколка. Нет, 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 Эмма, это зеркало не для того. Смотри, оно волшебное. Если через него посмотреть на вот эти вот картинки, будет видно фигуры, смотрите. Вау! Эмма, давай откроем пушастиков. Они же тут необычные. Эмочка, смотри, как они могут прикольно двигать глазками. И утка мы. Это у тебя принцесса Мелина. И я тоже буду принцесса. Принцесса Эмма. Эмочка, смотри, какой он хороший, какой он пушистый. Да. Смотри, как он весело двигает ушками и глазками. Дизайн я хочу тоже. Ну, а твой подарок? Тимочка, смотри, я тоже хочу. А еще у твоей принцессы домик, расчесочка. И палочка. Здесь она будет жить и спать. Там и фотки. А тут звездочка. Йоху. О. Накинулся. Тиянчи, батуль. Что будем первым открывать?
Kindle. Ожидаемо. Шоколад. Не забудь попробовать. Ну как? Шоколадно? Желтенькая. Да, там чуприз. Может быть, поделишься? Спасибо. Оп. Вот, оп. Вытягивай. Сложно вытянуть. Это лесная фея. Три, два, один. Опа! Ох, девять. Какой значок? Это щенячий патруль. Значок собачки. Да. А тебе это Маша. Не лайк. Если тоже получил подарок. И подписывайся на канал Супер Эмма. Пока.